Смотрите, ну, что такое? Я не уверен, какой именно, в каком пакете. То есть я думаю, потом разберусь. Да. Пакет одну ты поднимал здесь, одну. А другую Владимирской области. Полимерный пакет. САС. Полтора квадрата. Внутри которого находится полимерный пакет с белым веществом внутри, порошкообразным, свернутый в изолирующую ленту черного цвета. Это оперативное видео задержания гражданина, имеющего отношение к криминальному наркобизнесу. На днях его приговорили к 11 годам лишения свободы. Обезвредили наркоторговца в конце августа прошлого года сотрудники уголовного розыска Шуйского отдела полиции. В присутствии понятых оперативники досматривают фигуранта и изымают у него особо крупную партию наркотиков. И второй пакет. Полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находится еще один пакет. Находится кристаллическое вещество прозрачного цвета и светлого оттенка. Всем видно, да? Даже. Это задержание стало результатом оперативной разработки канала поставки наркотиков на территорию Ивановской области. Уроженцы Ярославля, оперативники, что называется, ввели с самого прибытия его в регион и до того момента, когда фигурант вывел полицейских на крупную наркотическую закладку. Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России Шуйский были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан житель города Ярославль, имеющий при себе более 4 кг наркотических средств. Их он хранил с целью последующего сбыта посредством тайников закладок. Подозреваемый в совершении наркопреступления уголовник с солидным стажем. В его криминально-послужном списке имеются квартирные кражи и грабеж. Расскажите, по какому поводу вас сотрудники полиции задержали? В то время, когда поднимал закладку крупную. А с чем именно? Ну, я на тот момент точно не знал, но оказалось... Знали, что там наркотическое средство вообще? Да. Подозреваемый в наркоторговле гражданин свою причастность к наркобизнесу полностью признает. Вероятно, его прошлый криминальный опыт говорит о том, что задержание с поличным лучше не оспаривать. Лучше явить миру чистосердечное признание в содеянном. Полицейским он говорит, что, забирая наркотики, выполнял задание. Так сложилось, что выполнял задание за возмещение. Угу. От кого задание вам поступило? От оператора в Телеграме я его не знал, никогда не видел еще в жизни. Как на этот вид заработка вышли? Ну, казалось, трудная ситуация, и это не расценивал как постоянный вид заработка. Задержанный сам наркотики не употребляет. Попытка сбыта ядовитой синтетики для него лишь способ заработка. Как говорит он сам, это его единственная возможность прокормить семью. Ранее судимого человека на работу нигде не берут. Поэтому многие люди из-за этой категории граждан возвращаются в криминал и позже в места лишения свободы. О том, что преступление совершаете, знали? Да. Почему сделать решили? Ну, сложно сказать, семью нужно обеспечить. Я не оправдываюсь с тобой. Семью нужно было обеспечивать, судимость у чужого работы найти. С обеспечением семьи у задержанного наркоторговца теперь будут проблемы. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере он приговорен к 11 годам лишения свободы и проведет он эти годы в исправительной колонии особого режима.